все объекты, которые используют киргизской стороне на нашей территории, к ним будет постоянный, беспрерывный доступ. Земли остаются за Республикой Таджикистан. Все объекты, которые используют Республика Таджикистан на территории Киргизской Республики, вечно, бесконечно будет использоваться Республикой Таджикистан, земли остаются на территории Киргизской Республики. Я думаю, те решения, которые мы сегодня приняли, нас сближает и для решения основного вопроса по границам наших государств. Мы достигли принципиальные решения. Прежде всего, это касается дороги Ворух-Ходжай-Ало. И в отношении этого главного вопроса мы считаем вопрос практически решенным.